Доброе утро, друзья! У нас суббота. Какая суббота? Пятница! Пятница, и у меня... Ой, выходной. У меня два выходных. Это пятница и суббота. Сегодня куча планов. Я много чего хочу вам рассказать, показать. Поэтому оставайтесь со мной во вложике и следите. Сейчас первое, с чего начинаю свое утро, это взвешивание. Берем весы. И проверяем наш вес. И что мы видим? Видим 71 кг. Ну, естественно, тут не 71, поскольку это утро, в организме еще вода, никакой какая одежда. Ну, одежда может на 800 весить. Ну, короче, килограмм 70 я набрала. Этого я сбрасывала, сбросила вес не специально, просто... на нервной почве, плюс я начала ходить в спортзал же, и оно само как-то ушло. Сейчас я активно его набираю, очень хорошо питаюсь, завтракаю. А все почему? А все потому, что у меня начались, ну как начались, не то, что начались, меня беспокоил пищеварительный тракт. Короче, я чувствовала дискомфорт в животе. Параллельно с этим у меня опять упал витамин D. И ферритин на нуле. Я хожу без сил, волосы выпадают. Я опять сдала повторные анализы. И анализы показали, что у меня опять не усваиваются нутриенты эти. И я побежала сдавать анализы, делать УЗИ внутренних органов. Которые показали, кстати, что я еще нормально, неплохо сохранилась. Но... В плане кишечника есть проблема, и мне нельзя никакую молочку, вообще, ни мороженка, ни кофеёчек, ничего с молочком. И поэтому сейчас мы на правильном питании. Я не скажу, что я до этого плохо питалась, просто оно сейчас более чистое, более продуманное. Доктор показала... Рассказала, как правильно питаться утром, что нужно делать утром, там пить водичку, у меня всякие вот эти лекарства. И еще и мы начали с девчоночкой бегать по утрам. Короче, поменяла кардинально подход к своей жизни. И вес начал набираться, аппетит начал набираться. Нужно пить воду, которую я не пила, потому что нашли камушек в почке. Кстати, надо попить водички. И получается... Сейчас я тупо занимаюсь прокачкой организма. Мне это очень нравится, потому что это оберегает меня от дурных мыслей про мою не сложившуюся личную жизнь. Я просто закрыла этот вопрос и обратила внимание на свое здоровье, что для меня кажется очень важно. Вот такое маленькое лирическое отступление. Я сейчас кушаю, хочу помыть волосы. И мне на 12 часов нужно идти к стоматологу на гигиену зубов. Это будут меня чистить ультразвуком камушки. Потом нужно забрать лекарства. Еще я хотела. А, еще такая штука. Я заметила, что у нас открылась клиника по зрению. И там написано, что они делают лазерную коррекцию зрения. Я хочу зайти и спросить, делают ли они в моем случае такую коррекцию. Так что, если что, мне не нужно будет ехать в Киев, делать там. А я все сделаю по месту. Это будет очень-очень круто. Вот такая у меня вкусняшечка. Два яичка, овощи, ну, листья овощей, тостик с намазочкой, авокадик, киви и помидорчик. Я сегодня не захотела курочку, вот она у меня. Что-то мне белка пока не хочется сильно много. И сделаю себе стик растворимый кофе. Вот такой. Он без молока, по-моему, должен быть. Посмотрю сейчас. Что-то мне хочется взбодриться, хотя я хорошо поспала. И теперь в моем рационе из сладкого вот такие вот шоколадки полезные. Ну, мне нравится. Еще купила вот такой шоколадный бамбук в Авроре. Попробую. Мыла волосы и решила вам показать мою любовь. Это вот эта серия D&G. У меня остался только шампунь. Бальзам я уже использовала. Но бальзам этой серии тоже очень классный. И я взяла вот такой красный. Он офигенский вообще. Просто бомбический. И вместе эти два средства очень классно работают на моих волосах. Очень советую. Мне нравится. Если вы помните, я уже месяца два как сняла гель-лак, и с моими ногтями творится какая-то дичь. Они отрастают, и вот такая история.
Это вообще капец. Но мне кажется, это не из-за ЕЛАК, а из-за того, что у меня очень низкий уровень ферритина и всяких нутриентов. Поэтому мне очень плохо, видите, с ногтями все. Мне не помогают ни увлажнялки, ничего. Сейчас буду запиливать. Это хожу с короткими ногтями. Мне, конечно, нравится, но состояние по здоровью их очень плохое. Сейчас надо увлажнить, потому что цена дела. Не обращай внимания, что я сейчас выгляжу как арабский шейх с тюрбаном на башке. Просто собираюсь, помыла волосы. Сейчас подпилю ногти. И хочу рассказать, когда у меня была консультация с доктором, я спросила по поводу моей отечности по утрам. Типа, не связано ли это с почками. Она сказала, что типа, ну не может быть, поскольку это надо, чтобы прям почки были сильно больные. Вот, я сейчас пью больше воды. Что я еще там делаю? Пью. Ой, блин, я забыла капельки выпить свои. Специальные капельки пью для того, чтобы этот камешек у меня там ушел, рассосался, вышел. Но все равно эти отеки меня беспокоят. Она еще сказала, что может быть дело в подушке. Нужно будет еще с этим проэкспериментировать. Потому что вот я вроде выспалась, но все равно я какая-то опухшая, отекшая. Мне это вообще не нравится. У меня сейчас такое классное настроение, я боюсь его растерять. Хочется делиться этим настроением, хочется пойти подружку порадовать. У нее сегодня не очень настроение. Хочется купить какую-то ей вкусняшечку принести. Так и сделаю. Главное пережить чистку зубов, потому что я жутко не люблю эти все процедуры. Прям бе. Ну все, теперь буду ходить с одним ногтем. Нужно все теперь подпиливать. По поводу погоды, девчонки, мальчишки, у нас весна пришла уже. Были даже очень классные погоды, типа 23 градусов, но сегодня и вчера было очень холодно. Мы даже с девчонкой утром не бегали. Сейчас буду думать, как одеться, чтобы не замерзнуть, потому что не хочется сильно шушкаться, но не хочется замерзать. Я уже плюс-минус понимаю, что я одену, но все равно как бы так. Уже у нас 10:30, я сейчас подпилю ногтики и буду уже краситься, плюс еще волосы пока посушу. Буду по чуть-чуть выходить, не хочу опаздывать, лучше прийти раньше, я думаю. Уже все процедуры с зубами сделала, пойду сниму трошки камушка, может полечить что надо будет. Я поняла, что в жизни надо ко всему относиться проще. Если бы знали, какой трэш я пережила эти последние 2 или 3 месяца, ой, 3 недели, 3 месяца говорю, то и вышла из этих ситуаций победителем, вы бы, конечно, офигели. Да, у меня редко бывает такое настроение, но на это есть классные причины. И, кстати, да, я не рассказала. Я ожидала велик, мне к концу недели отдадут мой велик, он будет на ходу. И я как отдавала его, проехала немножко, и это был такой кайф. Я так уже хочу скорее кататься, как раз будет хорошая погода. Так что буду забирать велик скоро и кататься уже. Это плюс одна движуха и плюс будут мышцы прокачиваться, потому что в спортзал 2 раза ходить это мало в неделю. Очень медленно все это работает, нужна какая-то доп. Тренировка. Вот. Все, буду я собираться и пожелать тебе удачи, потому что новая клиника, новый доктор, все новое. В бой с удачей, все. Все, я вышла на тортуры. Трешки стрёмно, но ничего. Морозится как-то так некомфортно, холодно, где тепло одета. Думаю, что это будет хорошо. Доктора, у нас так погода наладилась, солнышко вышло. В общем, все прошло очень классно, комфортно, вообще не больно ни капли, не все так плохо у меня было с камнями. Мы минут за 20 справились, но есть проблема с деснами, их надо ехать лечить, как-то прижигать, поскольку они оголяются. Ну, в общем, мне 33, я уже старая, этого стоило ожидать, но меня это не расстроило, будет возможность съездить в другой год, я уже пробиваю клиники, так что... Виктор теперь на
и здоровья. Сейчас пойду заберу все таблетки мази в аптеку. Дальше пойду заскочу к подружке. Погода шикарно, но пипец холодно, конечно. Но солнечно. А я иду вот в ту аптеку. Довольная такая. И так я тоже не понял, плюс. Вот они, вкусняшки 30-летних. Да, дожились. Несу своей подружайке вкусный карамельный круассанчик для поднятия настроения. Иду выбирать кепку себе. Ну да, черный идет. И под все. Возьми помощь зала. Не, она прикольная, прям интересная. Образ. Добрый день. Я бачила баннер, що у нас можна зробити лазерну корекцію тут. В Сумах. Ага, в Сумах. Угу. А записуватися через них? До сумського спеціаліста нам записуватися, так. Да. Ага. В травні місяці телефонуйте, як буде виїзна консультація до сумського. Записуєтесь, і вона вас проконсультує з приводу цього. А у нас тут не збирається робити такого? Не знаю. Ні, поки ні. В Сумах лазерний хірург. Зрозуміло, дякую. В общем, не делают тут у нас операции в городе, это ближайшая сумма. Но с таким же успехом я поеду в Киев, как и планировала, и сделаю там. У нас пока не собирается, короче, зря понадеялась. Вот. Иду сейчас домой. Так хорошо на улице, тепленько, погода классная. И, возможно, выйду еще прогулять, но это не точно, прогуляться. Фух, я дошла домой, уже вечер, я с ней весь день тынялась. Был сегодня неожиданный шопинг какой-то так, но все равно я ушла с покупками. Очень рада, и надо, блин, найти обувь. Рюкзак это полбеды, но обувь нужна. Не знаю, куда пойду, когда пойду, возможно, завтра мне выходной схожу. С ней уже, наверное, не пойду никуда, устала уже. Сейчас надо покушать и поменять. Мне было так вкусно, что я даже не успела записать это на видео. Съела опять большую свою порцию. Потому что, думаю, на голодный желудок обновки лучше не смотреть, а то не понравится. Сейчас трошечки, пусть эндорфинчики придут, надо будет пересмотреть. Сейчас попью кофейку с шоколадочкой, переведу дух и сяду работать. Уже 5 часов. В принципе, хороший день. Думаю, завтра с утра, если будет настроение, надо сходить посмотреть кроссовки все-таки. Или уже не спешить, а потом на другой выходной сходить. Посмотрю, короче. Вот. Сейчас смотрю сериальчик. Переоденусь, наверное. И буду работать. Надо работать. Кто не знает, у меня есть две работы. Вторая работа связана с кое-каким дизайном. Но я не хочу раскрывать какой. Потому что это чисто мне для души. А, еще я купила картину по номерам. Сейчас покажу. Захотелось мне маленькую троечку с котом. А кот, как мой Тима, прям выглядит. А еще купила емкость для соли йодированной. Врач сказала кушать йодированную соль. Нужно ее пересыпать и оставить в кухне. Тоже нужно будет сделать. Волосы я помыла, стирку я сделаю завтра, уже с утра повешу. Еще, конечно, шкаф надо перебрать, поскольку погода изменилась уже. Я не успею поносить всю одежду, которую купила. Сейчас, короче, поем, переведу дух и, наверное, сниму вам обновочки, что у меня появилось. Кстати, забыла
Мне еще нужно сегодня сесть и написать домашнее задание. Я опять начала заниматься с психологом, уже с другой девочкой. И надо написать КПТ-дневник, есть по поводу чего. И просто там кое-какие задания наберу на компьютере. Нужно поработать будет. Такой какой-то эмоционально насыщенный день получился. Все потому что утром себя как-то настроила, и теперь у меня вектор направления всех моих действий — это здоровье. Есть над чем поработать, и будем работать, и все направлять всю энергию туда. Вот. Сейчас уже более-менее успокоилась. Но львиную долю дел сегодня я сделала.